Академика Вернадского, 61. Пятиэтажный кирпичный дом 1961 года постройки. Вход в парадное выглядит неплохо, встроен домофон. На придомовой территории посажены клумбы. В соседнем доме находится парикмахерская, есть скамейки. Мест для парковки автомобилей недостаточно. Неподалеку расположена небольшая современная детская площадка. Поблизости есть кафе-бар. Рядом парк. Ближайшее метро – Академгородок. Дом в удовлетворительном состоянии.